нашого каналу зараз ідуть безліч людей, гостей, людей знаменитих, всяких, різних. Людина, яка не потребує представлення, Володимир Зеленський. Володю, прошу, добрий вечір. Добрий вечір. Всім добрий вечір. Спасибо большое, що пригласили. Ну, мені кажется, сьогодні ми не ділимося на известных, неизвестных, красноречивых, простых. Совершенно верно. Мы все украинцы, и это нас объединяет. Это здоровское объединение, оно в душе, в сердце у каждого из нас. Мы все сегодня переживаем. Вы знаете, я постараюсь быть предельно толерантным, как сейчас любят все говорить, и кратким. Обычно в шутливой форме говорю остро. Сегодня буду говорить остро, но без шуток. Хочу коротко, не в общем, а предметно к конкретным людям обратиться от себя. Прежде всего, хочу обратиться к господину Януковичу. Уважаемый господин Янукович, я вас знаю лично. Не единожды встречались. Вы сильный человек. Не единожды вы вызывали к моему разуму и говорили, что мне кажется, надо быть толерантным, не так жестко шутить. Я вас не слышал. Я вас не слышал, тем не менее, программу «Вечерний квартал» вы никогда не закрывали, потому что правильно вы делали, вы были мудрым тогда и сильным. Сегодня вы должны вспомнить, что вы сильный человек, и уйти в сторону. Истории с вами больше нет. Вы больше не президент Украины. Так решил народ нашей страны. Поверьте, и на Западе, и на Востоке, в моем любимом Кривом Роге, во всех городах, я уверен, все считают, что президента Януковича больше в истории нет. Уйдите в сторону. Первое. Не допускайте никакой возможности сепаратизма. Прекратите вещать на пресс-конференциях. Больше неинтересно, скучно. Простите, уйдите. Второе. Я хочу обратиться к нашей сегодняшней власти. Могу сказать много нелестных слов, но мы в эфире уважаемого канала. И буду соблюдать уважение к вам и прошу вас уважать народ. Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины. Я люблю эту страну и не хочу быть частью другой страны. Третье. Вы, кстати, обещали, что вы говорили, что у нас в правительстве одни донецкие, и мы сделаем по-другому. Теперь у нас в стране, в правительстве, вернее, одни не донецкие. А вы обещали нам власть, которая будет заботиться о всех регионах нашей страны, единой страны. Третье, я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди, мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем, независимо от языка. Если вы хотите, ну, я лично, я вам честно говорю, я готов, не знаю, надо вам, я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ. И к нашим украинцам хочу обратиться. Ребят, мы великий народ, вы великий народ. Мы одна страна, абсолютно. Мы все друг друга безумно любим. Ни Европа, ни Россия. Думайте только о себе. И если нам сегодня не может помочь Бог, да поможет нам с вами разум и любовь. Я вас кохаю. Все. Володя, с такими евреями мы великий народ. Спасибо. Спасибо. Я так пошучу. Ничего. Дякую.